Всем здрасте. Здрасте. Ставьте лайки и дизлайки. В этом видео речь пойдет о ножиках. Ножиках-режиках. Смотрите, первый нож, да, вот он. Всем известный, всем знаменитый Фискарс. Вот он с такой точилкой в комплекте идет. У точилки есть такой вот здесь. Через колодку переключатель точить можно нож и топор. Здесь топор, здесь нож. Я расскажу в конце про самый главный секрет вот этого ножа, что в принципе меня и сподвигло на то, чтобы снимать это видео. Боже мой, да всем насрать! Про этот нож уже много чего рассказано, но один практичный совет наглядно не показан. И вот про этот нож, вот вы видите, да, это Fit, да, ну, злосчастная такая фирма, не очень всем нравящаяся, ну, это дешманский нож за 100 рублей, но на удивление, вот этот ножик, у него эргономичная ручка, да, я его применяю в таких в грубых строительных работах черновых. Здесь сталь такая достаточно прочная, вот этот нож часто тупится, боится воды, он ржавеет, это не нержавейка. Но зато здесь хорошая рукоятка и плотно посажена вот эта вот сталь. Достаточно удобно вот что-либо подстрогать. Вот смотрите, вот раз, видите. Но он в итоге, вот смотрите, видите, он часто тупится. Я точу его сразу на этой точилке. Жалко, конечно, на такой точилке такой нож точить, но приходится иногда подвести его, то бишь. Ножные вот такие полиэтиленово-пластиковые, ну, не хрупкие, кстати, вот. Ручка тоже не хрупкая, что очень, опять же, удобно. Цена 100 рублей. Деньги есть. Вот теперь про этот нож Фискарс, достаточно популярный у всех, и у строителей, и у различных мастеров, у садоводов, у рыбаков, у охотников. Он также вот в таких ножнах находится. Вот здесь сливная, кстати, сливное отверстие есть. Вот оно в ножнах. Это если он мокрый там или влага, чтобы не скапливалось, чтобы он дышал. Плюс вот эта вот точилка. Точится он таким вот образом. Но сейчас не про заточку. Сейчас кратко про вот этот популярный нож и про его секрет в конце ролика. У этого ножа тоже достаточно удобная эргономичная ручка, пластиковая, хорошая посадка вот, полотна, лезвия. Нож не боится воды, он не ржавеет. Здесь заточка, конечно же, смотрите, какая очень приятная такая. Лежит в руке хорошо. Так режет Фискарс. Вот смотрите. Раз, раз, раз. Конечно, он получше. Острейший нож. Долгое время не тупится. Нет слов. Цена на него, ну, уже, по-моему, свыше 1000 рублей. И повторюсь, это не реклама. В данном видео просто обзор о свойствах. Давайте о главном свойстве. Это нож водоплавающий. То есть он плавает. Вот смотрите, на рукоятке торец. Так вот обозначен сигнальным цветом оранжевым. И этот нож не боится воды. Еще раз повторюсь, он плавает. Сейчас я вам это продемонстрирую. Это я к чему? Я хочу вам это продемонстрировать, потому что наглядно в Ютубе никто ни разу почти не показал. Один ролик я всего лишь нашел. Один там обзорщик был, который продемонстрировал в ведре, как плавает этот нож. Я вам сегодня продемонстрирую свойства этого ножа, как он плавает не на водоеме, не на реке, а также дома. Вы сейчас удивитесь, в ванной. Пойдемте посмотрим. Итак, друзья, вот я сейчас у себя в ванной. Как я уже говорил, я не на реке, не на водоеме. Смотрим, как плавают ножи. Вот первый нож. Все. Утонул. Второй нож,
супер популярный Фискарс, про который не все показывают, что он плавает. Итак, давайте посмотрим. Вот водичка, я его запускаю. Опа. Ой, дебил. И вот он плавает. За стенкой, как всегда, какие-то фейлы. Кто-то начал перфоратором херачить. И здесь сейчас будет нам этот звук звучать в нашем видео. Вот, друзья, смотрите, вот наглядный пример. В чем секрет этого ножа? Вот он плавает. Вот я его плоскостью положил, оп, и он плавает. Оранжевая метка – это сигнальный значок, чтобы не потерять нож. Вот такое свойство, вот так вот он плавает. Ой, какая же это все хуйня! Какой смысл? Ну, естественно, это универсальный нож. Его можно применять где хочешь. Как в саду, как на рыбалке, как в строительстве, как в каких-то мастерских. Очень-очень хорошая вещь. А вот этот вот, не плавающий, опа, да еще и воды боится, он ржавеет. Его надо будет вытирать после воды, ВД-шкой его еще попшикать, а тот не боится. В общем-то, вот и весь секрет про вот этот нож Фискарс. Я хотел вам показать. Дело происходило в ванной, как вы видите. Но зато наглядно здесь хоть прозрачна вода, видно, как он сам плавает там внизу, да, ну под водой. На озере было бы просто рукоятка, мы бы издалека с вами посмотрели, как она мельтешит где-то в водоеме. Вот на этом все. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на канал, не забывайте, не потеряйте. До встречи в следующих видео. Пока-пока.